Январь в республике будет снежным и холодным. По данным Дагестанского гидрометцентра, пик морозов прошел, но в течение месяца ожидаются осадки и минусовая температура. О неблагоприятных метеоусловиях рассказали представители МЧС России по Дагестану. Начальник главного управления Нариман Казимагомедов сообщил о том, что под власть циклона попали предгорные, горные и приморские районы. В связи с этим создан оперативный штаб. На особо опасных участках работают специальные группы во главе с начальниками пожарных гарнизонов. Особое внимание уделяется федеральным трассам. Сам дороги расчищают от снега, поэтому пришлось замедлить движение, но больших заторов не наблюдается. Все аварийно-спасательные работы проводятся совместно с МВД Дагестана, Каспийским погрануправлением ФСБ, Центром медицины катастроф, Минздравом республики и главами муниципальных образований. В постоянной готовности к вылету находится авиация Северокавказского регионального центра МЧС России. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям и гостям республики с просьбой прислушиваться к метеопрогнозам и рекомендациям МЧС по соблюдению необходимых правил безопасного поведения при неблагоприятных погодных условиях, мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения в местах зимнего отдыха и рыбалки.